И снова о детях. Теперь уже во лжи. Сегодня появилась информация, что в районе Горловки расстреляли колонну легковых авто и погиб один ребенок. 10 человек получили ранения. Российские телеканалы уже обвинили во всем украинских военных. А вот сейчас вы услышите, кто на самом деле стрелял в них. Послушайте только внимательно. В районе Тореза, там с Ягланивки выскочило 4 машины ночью. Понял, на аварийках. И без остановки полетели, короче. А полетели в район Петропавловского, вот это, И наши, там стояли, я там блокпост выставил, открыли огонь, понимаешь? В итоге, короче, оказалось, что это Горловки, ехало, там детей вывозили, там еще кого-то, короче. Один ребенок погиб, 10 раненых. Ну, вряд ли эту запись могут услышать россияне, как вы сами понимаете, ведь вряд ли кремлевские пропагандисты будут опровергать свою же ложь. А информацию о погибшем ребенке на своей странице в соцсети подтвердил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.